маленький телерепортаж от основания Южного Мола в Балтийске, это на косе, Балтийской косе. Собственно говоря, вон там вот, сейчас сниму. Вот, это вот Северный Мол, да? Северный Мол, который идет от Балтийска, вот он, сейчас вот, от Балтийска. Памятник Елизавете Петровне. Вот, собственно говоря, это Балтийск. А это вот самый Балтийск, еще раз посмотрим с этого ракурса. Вот это вот уже коса Балтийская, та, которая заканчивается границей. Не заканчивается, прямо посередине ее находится граница с Польшей. Дальше эта коса имеет название Вислинская. Вот. И залив, соответственно, который с ее со стороны моря, а со стороны с внутренней, это уже будет Вислинский залив. А тут Калининградский залив. Сначала пойдем на Южный Мол, а потом